Іспанія прибула вже в Київ. Сьогодні відбулося тренування збірної Іспанії, як ми вже говорили, немотивована команда. Оксана Володимирович, впливає це якось? Чи на це не треба звертати увагу? Я би не обращав особого внимания, потому что на самом деле непонятно, как это может отразиться на испанцах, потому что раскрепощенная команда иногда еще хуже, чем мотивированная. Поэтому, а как они умеют играть, мы все видели. Олеже. Испанцы умеют играть в футбол и очень хорошо умеют играть в футбол. В каком бы сочетании на футбольное поле они не выходили. Кто будет играть, гадать сейчас нет смысла. Но, конечно же, там есть лидеры, прежде всего, на которых надо обратить внимание. Я думаю, тренерский штаб хорошо разобрал игру с Люксембургом. И особняком там стоит Фабрегас, который мотор, который сердце этой команды, который разгоняет все атаки, отдает острые передачи. Поэтому, если справимся, то будет... Есть человек, который играл в матче, кому нам треба было выиграть для того, чтобы выйти. Правда ж? Проти французів. І не забила гол. О, я згадав. А, от хто виноват, да? Правильно, скільки років пройшло? Правда, не забив, мав шанс? Мав. Єдиний шанс був. Домашню матч. Ну, ми зіграли. А? І куди? Та куди? Забий, ми поїхали. І все, мімо, да. Олександр, ми будемо пам'ятати все. Це наша робота. Ви розумієте, тут завтрашній грі дуже важливо. З давлением. З давлением не справився. Стратегія. Нам необхідно побіждати, і при цьому нам треба атакувати. Тому що сидіти в обороні з іспанцями, ну, самі розумієте, так? Тяжело. От тут цікаво будуть ходи. Ну, Михайло Іванович – опитніший тренер. Я думаю, що він знайде ті ходи, ті сочетання футболістів, яким треба буде забивати. Не 0-0 нас, ну, практически не устраивает, да, там, или 1-1. Нам надо будет рисковать. Риск, как говорят, благородное дело, но в футболе не всегда оправдан. Поэтому и вот эти вот, на мой взгляд, будут решающие все-таки сочетание футболистов. То ли это Женя Селезнёв выйдет, а может Кровец выйдет. Может два. Да, может два выйдет. Может рисковать, да. Давно не было, хотелось бы увидеть. Может два, ну просто ничья проигрыш однаково. Да, ничья проигрыш однаково. Хотелось бы увидеть, если честно. Или не со старта, но может во втором тайме будет два чистых нападающих. Если честно, хотелось бы увидеть, да, сборную с двумя нападающими. Вы за то, чтобы завтра... Нет, я не говорю шаг. Наголо. Просто если ситуация будет заставлять, действительно, может не со старта, а по ходу матча увидеть. Но опять же,